Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. В этом видеоролике хочу показать и рассказать вам про настройки, которые вам нужно отключить, чтобы ваш телефон имел лучшую производительность, и чтобы его батарея не сильно быстро разряжалась, и в общем, чтобы ваш телефон лучше себя показывал, и чтобы им было комфортнее пользоваться. В этом видеоролике я хотел бы показать вам, какие именно настройки нужно отключить, чтобы был вот такой вот эффект, про который я вам только что рассказал. Ну а перед началом этого видеоролика прошу вас поставить лайк, подписаться на канал, поделиться этим видео со своими друзьями и написать хороший комментарий. И давайте будем начинать. Итак, для начала нам нужно перейти в настройки. После этого мы должны пролистать вниз и нажать кнопку «Приложения». Вот она у нас. Дальше мы должны нажать кнопку «Все приложения». Далее нажимаем три точки. И тут мы должны нажать «Показать все приложения». Нажимаем. Далее нам нужно нажать «Поиск». И тут вводим «Сервисы». Переходим к сервису Google Play. Нам нужно вот сюда вот. Дальше, тут мы должны пролистать вниз и найти кнопку «Способ подключения». И тут вы должны отключить вот эти две настройки. То есть делаем вот так и нажимаем «Ок». После этого вашему телефону станет намного лучше, потому что эта настройка особо не нужна нам. Это первое, что нам нужно. Дальше нам нужно отключить уведомления. Отключаем вот эту вот настройку. И также нам нужно отключить все разрешения вот тут, то есть датчики на теле запретить, и вот все то, что у нас тут есть, все это мы запрещаем. И после этого ваш телефон будет чувствовать себя намного лучше, и вам станет намного приятнее им пользоваться. На этом все. Если вам понравилось это видео, если оно оказалось полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. До новых встреч!